ее приехали к привилегию. Обратите внимание на маленькие резиновые кольца сейчас в руках у тренера. Вот они в воде. И как безошибочно будут их в большом бассейне дельфины. Молодцы, музы и моя. Маленькие козлики, мячик, я и клима твоими. Точный пас тренера. Молодец, Марина. Сонечка тоже решила принять участие в общих играх. Лови, Соня! Так. Но ни одного не упустит. Так. Соня истинная леди. Превращает в украшение все, что попадает в ласты. Молодец, Соня. Ультрамодная моделька. Соня! Больше диаметра кольца уже в воде, и что же мы будем на этот раз? Необычное применение неверных колечков нашли Муза и Баяна. Да, человеку, который повторить, было бы весьма и весьма проблематично. А наши друзья справляются с этим легко, красотно и артистично. Яркий мячик для Сони. И при помощи этого, казалось бы, простого мяча Сонечка демонстрирует нам свою неподражаемую грацию. Молодец, Сонечка. Сейчас наш артистам будет предложен выбор. Нелегкий. Мячик поменьше и мячик побольше. Какой же первым выберут наши артисты? Давайте понаблюдаем. Маленький, наверное, потому что его проще удержать, поэтому они и выбрали. А ты нет. Два мяча оказывается лучше, чем один. Двумя-то играть повеселее. Неохотно расстаются с мячиками Муза и Баян. Но что делать, нужно продолжать наставление. И вот розовый гламурный мячик девичий для Сонечки. Она умеет наливать его усами. Умница, Соня!